Я приветствую вас, дорогие друзья, музыканты, коллеги. Евгений Соловьев, лауреат международных конкурсов, выпускник 2002 года. Я хочу от всей души поздравить свой родной музыкальный колледж с юбилеем, пожелать ему процветания. 20 лет прошло, как я окончил колледж, но я помню в больших подробностях замечательных преподавателей, которые меня окружали, и вообще всю эту музыкальную атмосферу. Помню всегда доброжелательное и открытое отношение Натальи Николаевны Беспрозванной. Помню очень интересные беседы о великих пианистах с Эльвирой Александровной Репиной, как мы менялись пластинками, дисками. Помню строгие и справедливые уроки концертмейстерского класса Дмитрия Алексеевича Волобуева. Именно на время учебы моем в колледже приходятся мои первые международные успехи, первые гастроли в Китае. Сейчас я являюсь солистом оркестра Мариинского театра. Помимо сольных партий в оркестре, я иногда выступаю соло в ансамблях, аккомпанирую певцам. Также не так давно начал цикл своих авторских мастер-классов. Наша Приморская земля, как всегда, богата на юных талантливых пианистов. К сожалению, программа «Новые имена», которая работала в 90-е годы и в 2000-е, начало 2000-х, сейчас свернула работу у нас в регионе, но я со своей стороны стараюсь поддерживать фортепианное искусство, заниматься с талантливыми детьми и также отслеживать, какие у них перспективы для будущего. Хочу пожелать родному колледжу больших успехов, процветания, всего самого доброго, самых лучших учеников, студентов и интересных фестивалей, концертов, конкурсов. И, конечно, встретимся на моих мастер-классах. Успехов всем!